Привет всем реальным пацанюркам, это я, Федотушка, и сегодня я покажу вам, как же отнимать iPad mini у всяких лохов. Едем! Так, может кто денежки прислал? Газетка может какая-то есть? О, опача, пацанчик идет. Ё-моё. Здорово. Слышь, братан, что это у тебя? iPad mini что-то. Ничего себе. Да он только же вышел. А ну-ка подержи газеточку. Ух-ух-ух. Ничего себе. Чёрненький такой, классный. Ну да. А за сколько брал? Секрет фирмы. Интернет и все. Да ты чё? Конечно. Ё-моё. Это, конечно, хорошо, но давай, не тяни. Пойди ты, да. Куда? Ах ты, родненький мой, сколько же я тебя искал. Ах, сейчас как впарю за нормальную цену. Ох! Ну всё, придётся в милицию звонить. Вот я вам реально показал, как я отжал iPad mini у одного лоха. Вы увидели. Очень классный способ отжатия iPad. Так что ставьте лайк. Ставьте лайк за Федотушку. Федотушка это я, запомните. И также пишите в комментариях, понравился ли вам этот способ. То есть отжатие этого iPad-ика мини. И это реально дельный способ, так что используйте его во всех своих кражах. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!